Добрый вечер всем поклонникам баскетбола. Московское дерби. Встречаются команды МБА «Мои» и армейцы Москвы. Ну и переход из защиты в нападение налажен просто великолепно. Навес на Минченко проходит. Есть первый данк. Так легко ходить по площадке. Антон Остапкович появляется на площадке в составе ЦСКА. Вместе с Тони Жикири, а Мэлла Тримбл загружает трешку и сверху бонусом еще получает штрафной бросочек. Стал MVP Суперкубка Единой Лиги ВТБ, обладателем Суперкубка Единой Лиги ВТБ и MVP Октября. Ну а сейчас Глеб Шейко отправляет защиту армейцев на паркет. Предательски не идет бросок из-за дуги. Уже 6 попыток было и 0 точных бросков, а вот в защиту нужно успевать вернуться. Джикири уже разогретый. Поэтому я уже говорил про сбалансированность. Да ладно! Шейко еще и с фаулом отправляет. Показывает, что тоже может бить издали, но ему не верят. Он идет под кольцо, и вот здесь его зона. Здесь его дом. Тони Джикири расталкивает всю защиту МБА «Мои». 4 секунды, 2. Тримбл будет сам завершать. Красиво перевешивает Мэллоу в раздевалочку. Вот такой артистичный алиюп. МБА «Мои» в атаке. Очень плотно Остапкович прихватывает. И здесь не проходит ни скидка, непонятно что. МБА мяч догоняет. Скидка на Мэллоу. Навес на Джикири. Боу! Слэм, слэм, слэм. Данк! Трушкин ответить может прямо сейчас, но снова Эмбай выбивает мяч. Да что он сегодня себе позволяет? Каждый раз он такую угрозу в защите доставляет, выбивая мяч очень чистенько. Ну и Каспер Уэйр. Попадание Глеба Шейко держит команду в тонусе и в игре. Осталось еще добавить поддержки Савченко. Стоя накрывает Амата Эмбая. Абрамович на Курбанова. Курби дальше. И тут накрывает Пернев. Ливио Жан-Шарля сыграет против Уникса. Тоже на выезде. И это будет матч недели. Итак, звучит финальная сирена. Заканчивается матч. Победу одерживает ЦСКА Москва.